Дорогие друзья, хорошие гости, я имею честь, действительно честь, представить вам человека, который в представлении не нуждается. Прекрасный человек, педагог, красивую, талантливую женщину, которая возглавляет среднюю школу под номером 1186 имени Мусы Джалиля. Хочу обратить внимание, что из этой школы выпускники в 100% составе поступают в высшие учебные заведения. Это ли не показатель этого человека? В нем воспитываются гимнасты, в нем воспитываются самбисты, но этот человек, красивая женщина, является заслуженной артисткой Республики Татарстан. И также на сцене Роза Хабибуллина со своими учениками. Прошу поприветствовать, пожалуйста, громко. Ара жора.
Казахская песня про маму. Огромное спасибо. А сейчас в исполнении.